13 октября в пятницу в 6 вечера в ДК Гагарина состоится благотворительный концерт под названием «Добрый концерт». Устроители хотят рассказать о том, как организовать помощь детям или взрослым, которые оказались один на один с серьезной болезнью. Наш проект «Добрый концерт» уже приглашает детей, которым мы помогли, и не только мы, но и весь наш район. Мы приглашаем Анну Уткину, это мама Василисы Уткины, всеми известной уже, которых крик души прокричал на весь город и район, и во многих учреждениях стояли боксы для сбора средств в помощь этой девочке. Также в нашем учреждении тоже стоял бокс для сбора средств. И мы приглашаем маму для того, чтобы рассказать, на каком этапе идет лечение девочки, чего добились, чего достигли. Также будет приглашен мальчик Егор Молоков, который проживает в Краснозаводске. Он стал участником программы на 5-м канале «День добрых дел». В концерте примут участие не только коллективы ДК Гагарина, но и артисты из районных домов культуры. В холле ДК Гагарина пройдет акция «Отдам игрушку в добрые руки». Кто хочет принять участие в этой акции, могут принести игрушки в кабинет 228. Проект «Добрый концерт» приобрел спонсорскую поддержку. Разыграем 6 сертификатов от нашего спонсора «Марио Пицца», потом 3 сертификата от сети ресторанов «Пио дель Чибо», и 16 подарочных купонов на аттракцион на парк чудес, от парка чудес. Итак, благотворительный концерт в ДК Гагарина состоится в пятницу, 13 октября, в 6 вечера. Вход свободный, приглашаются все желающие. Ирина Белякова, Антон Коврижных, программа «События».